Святое Писание говорит так, что Бог не есть Бог мертвый, но есть Бог живых. Боги все живы. И поэтому, поскольку мы служим именно такому Богу, который воскрес и победил воскресенную смерть, у него нет смерти. У Бога нет смерти, ее не существует. Значит, вы только вне Бога. В мире и скорбь не будете, Господь сказал. Но не бойтесь, я победил мир. Так что обетование Господне непреложно. И никто никогда их отменить не может. Так что мы и живем только сегодня по этим обетованиям, только так.